Здравствуйте, ребят. Тоже видео Сунген. Супер дома. Здравствуйте, ребят. Сейчас я постараюсь объяснить вкратце, как сделать балконную дверь. Как сделать хорошую балконную дверь. Сначала, когда к нам заказчик пришел, он хотел раздвижную дверь. Но проем маленький, створка получится узкая, и мы решили ему сделать штурмовую дверь. В чем плюс штурмовой двери? Во-первых, мы ее можем просто закрыть. Мы можем открыть ее на проветривание. Мы можем ее летом открыть и в таком положении. С комнаты у нас выходит вид на балкон, очень просторный. Сюда можно поставить ПЛС-сетку, либо ролетную сетку, чтобы комары мухи к нам не летели в дом. И у нас получится больше света, больше уюта. Такая створка весит 80 кг. Обязательно при монтаже использовать пластины, обязательно при монтаже использовать анкера, дюбеля, обязательно использовать хорошее железо внутри коробки. Потому что если на чем-то сэкономить, нужно будет, не знаю, раз в полгода сюда ехать, регулировать, делать техническое обслуживание двери. Совет на будущее. Можно сделать такие двери и больше, но нужно хороший монтаж. Хороший качественный профиль, хорошее качественное железо, хорошая качественная фурнитура. Надеюсь, это видео вам поможет при выборе балконной двери или при проектировании балконной двери. Всем до новых встреч, подписывайтесь на наш канал. До свидания.